Мощный каток проезжает по свежей асфальтобетонной смеси ЩМА-20 и оставляет за собой ровное и аккуратное дорожное полотно для парковочных мест. Их на улице Молодогвардейской теперь станет больше. Работы для подрядчиков привычны, только здесь мешают фонари. Там, где не проезжает асфальтоукладчик, верхний слой асфальта кладут вручную. Ну, конечно, это доставляет какие-то трудности, это замедляет работу, но куда деваться. Поднимается плита. И с помощью погрузчика подвозится асфальтобетонная смесь и раскладывается вручную. Работы на улице Молодогвардейской проводят по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Ремонтируют не только дорогу, но и тротуары, газоны, ограждения. Наносят разметку, меняют фонари и светофоры. Часть тротуаров укладывают тактильной плиткой для удобства горожан с ограниченными возможностями здоровья. Часть с асфальтобетонным покрытием, которое также с тактильными элементами. Работы контролируются на всех этапах не только самими подрядчиками, но и МБУ «Дорожное хозяйство». Непосредственно проверяется подготовка основания перед укладкой. Основание должно быть очищено, высушено. Также проверяется температура асфальтобетонной смеси и, естественно, толщина укладываемого слоя. Работы по-своему контролируют и горожане. Они отмечают, что по самарским дорогам стало ездить гораздо приятнее. Однозначно, как же по-другому. Для чего тогда трудятся наши муниципальные и областные власти-то? Для того, чтобы сделать нам дороги, чтобы мы хорошо ездили. И ямок нет, машина не ломается. Поэтому, так сказать, здорово. Если так все будет продолжаться, вообще мы не узнаем наш город. Каждую смену на улицу выходят по 4 бригады рабочих и 10 единиц спецтехники. Подрядчик обещает закончить работы 31 октября. Всего в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре в порядок приведут 43 улицы. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.